Действующий безвизовый режим в Беларуси для представителей многих государств стал еще одним поводом, чтобы выбрать в качестве маршрута для путешествия приграничный Брест. И то, что интерес к областному центру есть, подтверждают официальные цифры. С начала года город над Бугом посетило порядка 13 тысяч безвизовых гостей. В своем большинстве это поляки, у многих из которых в Бресте живут друзья и знакомые. Именно этот факт стал поводом для работы в сфере развития информационных центров на территории Польши. Первыми идею сотрудничества поддержали представители туристического бизнеса города Владавы. Прежде чем отправлять в Брест туристов, мы сами приехали погостить. Очень красивое место, очень красивый город. И мы рады, что теперь будем иметь возможности для сотрудничества с местными властями и туроператором гостиницы «Интурист». В областном центре польские предприниматели заключили договор о сотрудничестве с «Брест-Интурист». Диалог в новом формате позволит сделать более быстрой и комфортной организацию отдыха гостей. Теперь белорусская сторона получила проверенного проводника своих услуг, а польская – возможность формировать поездки и индивидуальные туры, имея на приграничной территории партнера, организующего весь спектр услуг на месте. Мы предоставляем полную информацию о нашем городе, о нашем областях, которые входят в безвизовый въезд. Соответственно, туристическая фирма в Польше предлагает наши услуги, наши экскурсии в городе. Они обращаются к нам по электронной почте, и с помощью этого мы сможем оформить туристов. При посещении туристами нашего города Бреста здесь задействованы, конечно же, и гостиничные комплексы. Это та же экономика. Это задействованы наши торговые объекты. Покупая все равно, турист, приехав в наш город Брест, он обязательно с собой везет какой-то сувенир. Это тоже товарооборот нашего города. Также будут и общественное питание задействовать, потому что приехал турист, он обязательно где-то покушает, где-то остановится и обязательно захочет попробовать как минимум белорусскую кухню. Сегодня для туристов, путешествующих по безвизовому маршруту, предусмотрено большое количество приятных акций и преференций. Работа по развитию сервисного обслуживания будет продолжена. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».